Всем привет, подписчики, с вами как всегда Никита, и сегодня... Обалдеть, это да и поменялось. Я не понимаю, что происходит. Ай, помогите, я не понимаю. Новые иконки. Новый апгрейд, Титан Камерамен, он у меня. Сколько 50 тысяч ДПС? Как же хорошо то, что я его поменял. 50 тысяч ДПС. Это супер имба. АФК фарм. Очень прикольная штука. Господи, как же все прикольно. Угу. Вау. Кого-то? Все так ново. Паша, привет. Здрасте. Тебе хот-дог делать? Можно? Я же просила тебе сказать. Так я еще хотел. У меня я накопил 200 евро. Но прикол, ящика нету. Навьер, Happy New Year. Пойдёшь? Palm Paradise. Пойдём. Туалет, хочу. Туалет Фортес, вот он, Туалет Фортес. Спите, спайдер, плохо. Паш, вот он, Туалет Фортес. Где? Вот, это там бесконечный режим. Пойдём. Надо идти до 40-го волны и будет. Го? Сейчас жди. Я не увидел клоня ящика. А зачем ты на него не посмотрел? Интересно, а если открыть... Тут смотри, какая иконка у Камера Вумен. Блин, жалко. А за монеты ящики никак не меняются? Не, никак. Я хочу открыть десяточку. Покажи. Типа лак, я могу как-то помешать? Типа? Посмотрим, обалдеть, какая красота. Какие же А можешь мне дать? А можешь мне дать один кейт? Я хочу посмотреть, что... Вау. Я тебе дам, что мне выбрать с одного кейта. Ты что, Зина, надо скорее идти играть. Можно, пожалуйста? Да, с одного. Сейчас не могу. Так, надо скорее обгрейдить. Так. Кредитки не кидайте, мне кредитки не надо. И собрать орду. Так, обгрейдить Титан Камерамен. Мы с тобой будем идти? Давай возьмем Санту, 1000000% Санта тут. Без Санта. Ок, я тогда беру Фоста. Без... Блин. Тебя... Кого еще? А Господи, какая красивая. Даша, мне ящик уже. Паш, если дам, то потом и не сейчас никак. Спасибо. Это... И давай на всяк. Да. Вот с Фростом. До какой пытаемся в войну заходить? Не пытаемся проходить, просто поиграть. Рестартинг сервер. Нет. Значит, ты не новый сервер. Значит, тебе будет сейчас перезаходить. Так я тебя увидел. А, и у тебя. Вообще-то сейчас с опозданием просто. Офигеть, ну круто. А не добави другую фразу, пас, нет? Нет, Паш, какой пас? Новый год закончился. Нет, ну просто другой пас. Не Новый год. А просто будет ивент, а не Паш. А сейчас что? Паш, Паша, не будет никакого. Так, это ты за ним добавишься, и все. Кстати, еще. Мне бы интересно было посмотреть очень на новые трейд плазы. Тоже я. Ну, прикольно, одного вроде. Ну, открыть ящиков, новые иконки. Ну, да, спасибо. Обалдеть. Скорее заходи сюда. В Туалет Фортес. Там много идей. Блин, идей. Или может давай по разным поиграем? Ну, пожалуй. 40. Нет, прости, не могу сейчас. Прости, сейчас не могу. Да, сажем один ящик, я хочу. Жди, мне надо срочно, Надо скорее дойти до 40 волны. Все, это 200 тысяч их могут взять. Паша, я это видел 300 лет назад. Вау, круто. Ух ты, я не понимаю пока, что делать. Я тоже зашел. Здравствуйте. О, что это? Это такая фигня. Так, короче, если они туда доходят, это хана. Пум. Сложный язык будет, наверное, очень. Ну, это Endless. Не знаю, как только густо. Endless язык. Эндлесс, это будет мега сложно. Так, всё, автоскейт. О, Камерамен Титан! Обалдеть, прокачался. Понимаешь, я видел на картинке ютубера то, что типа 50-49 тысяч ДПС будет. Я подумал, да фигня какая-то. Небось скам. А это правда, у него реально 50 тысяч ДПС. А где, автоскейт? О, скип. А правда то, что если я дохожу до 100-го, не имею, сколько там гема. И это больше. Не факт, Паша, я вообще ничего не знаю сейчас. Сколько юнитов? Типа... Получить. Я не знаю. Просто это я. Бесконечный режим. Так, надо дойти до 40 волны срочно. Но мне надо просто. Так. Сейчас я буду ставить. Так, скип. Yes. Скип просто поставил. Вот хай он там будет их бить. Что мне показалось, или его немножко пофиксили? Не казалось ли, у него раньше прокачка была за 400 или за 500? За 400, я помню. Да, максимум 15 юнитов поставить, блин.
Не надо стоит Санта. Блин, красота. Вот знаешь, Паш, я смотрю вот в эту сторону, и кажется, будто вроде это... Вроде стоило 300 поставить. Его, да, стоило 300 поставить. Потише, Паш, пожалуй, немножечко. Нет, его стоило поставить 400. Я не... Короче, не важно, абсолютно. Абсолютно не важно. Смотри. Вот я смотрю на эту сторону, и кажется, будто это только ивент. Трава, ну понимаешь, трава. Не теперь пока что мини-обзор этой карты. Так, ну тут, ну, красивые, кстати, камераманчики. Тут у них дрова, костерчик. Прикольно, прикольно им живется. Блин, ну, главное, чтобы не дошли до камера Фортес. А сколько хп там? Не знаю, но у Фоста... 400. 250. 400. У камерамен Камп 400 этого. Залк. Ну, чуть-чуть. Кстати, это логично, потому что это мега скажем, как бы, по сути. Офигеть, это так... Я вкачал Фоста. Вначале было 300 дамаг, 500. Тысяча прокачка была. Нет, вначале было не 500 за секунду. Посмотри. Вот это я знаю, то, что было не 500 за секунду. Тысяча, а было 800. Вообще, просто поменяют. Меха там, наверное, не ставят. Ну, пофиксили, как и ожидали многие люди. 500 урона, это очень хорошо. И... Так, я не могу быстро ставить, правильно? Да, они убрали, не убрали лимиточку. Так, я у меня нету инта для такого маленького ставения. Кстати, но... у него радиус, мне кажется, больше. Тот же здесь автоскип нельзя ставить. Походу, да. Походу, да. Автоскип, походу, нельзя ставить. Печально, но ладно. А, так я типа... могу ходить. Я понял, почему автоскип. Осьминожка. Ой, скип. Ножки, потому что... Ну, типа, во-первых, на автоскипе можно мега немножечко считерить. А будет уже по 336 хп. Тысяча. Плюс еще Фрост. 1500, следующая прокачка Фроста. 500 за секунду. А было... 1000 урона в секунду. А бы... Ну, это прокачка не поменяет. А было... 1000 прокачка. А было, знаю, не помню. Ну да, Фрост немножечко пофиксили, это правда. Потому что я не был. Надо было посмотреть на Фроста, у него на его урон был. Они посмотрели. Я за 1500... У меня было 250, я помню. Я за 1500 лучше не буду Фроста вкачивать, а апгрейдить титан камеру поставлю. Я тоже, наверное... Блин, ну то, что его вкачали по новым штукам, это мега имба. Я хочу тоже на канал. Он теперь мега дорогой, а я его купила за 2 мифа. Надо будет покупать. Мега дешево. Ну, побольше. Я думаю, вот Фост прокачивать за ПТК и мех ставить. Ну что, он будет хорошо подбивать там начальник. Ну, меху. Стоп, ларджи глаз и стоилы. Сколько? 13 тысяч? Откуда ты это увидел? Написано сверху. Откуда? Как ты здесь? Капец, у него хп много. Это квест, типа, какой-то или что, я не понимаю. Не знаю, может, надо... А, я понял. Там... Так, сильные вот скидисты сейчас... не скоро подойдут? Я поставил меха. Хоть бы мне не попалось и вил бы его. А что? Может, тогда мне, считай, вся игра заруинится. Угу. Давайте денежек немножечко. Ну, знаешь, тебе... Это надо очень много монет, можно копить теперь. Давай, ес. Здесь. А его никогда не будет теперь убивать? 1000. Endless mode, я не знаю, на 100%. Блин, мне надо еще один скип, и у меня будет... Я поставлю апгрейдит камеру. Я не знаю, сколько... Я не посмотрел, сколько у меня на первом левеле. Ой-ой-ой, вот этого, у которого 13 000 урона. Пошли, тихо. Блин, у этого... Он уже близко. Он уже близко. Срочно скипать и ставить камеру. Мне нужно скипать и поставить. Или... Показать хвост. Камеру. Я надеюсь... 300 урона за 25. Ну, кстати, как фактор он посильнее, всё. Я вижу. Намного посильнее. Намного сильнее. Он уже... 300 урона за... Мне меха убил. Все, его нет. Ой, я не люблю... Меха убил. Этих быстряков. В качечку. Нормально, 500 за 0,2 секунды. Обалдеть, у него еще и прокачка первая мега дешевая. Законность своего... И еще и большой радиус. Плюс 10 следующая прокачка радиус. Нормас. Не факт, что сильнее, но кстати. Кстати, если у него. Если не стоит много, кстати. Здрасте. Как у вас дела? Нет. Хотел еще апгрейдить на камеру. У него 800 урон за 2 секунды уже. Обалдеть. Вот это... Блин, я не понимаю. Пока что, типа, про вот эти... А! Апгрейдить уже его за миллисекунду вынес. У меня меха уже миллисекунду. У тебя меха не за миллисекунду? Ну, я его убил.
Вкатечка, вкатечка. Саунд тоже надо не забывать вкачивать. 16-я волна. Так, путь до 40-й. Фух, следующая прокачка уже. 3К. Пока что у меня геймбовых присоев нету. Потребую топать. И мою базу вот так вот. Грум, грум, грум. Фух, 1750 мне дают санты только. Блин, апгрейдить на камеру новая тимба. Это как же хорошо то, что я его обменял. И прикол, знаешь, за сколько времени я его обменял до обновы? Сколько? Оставалось несчастных 5 минут, и я его обменял. Просто если бы я не успел, я все такой... Все, конец, 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 и все, конец. Потому что он будет стоить мега дорого, а он супер имба теперь. Это просто неописуемая имба. Это неописуемая имба. Господи, сейчас проход... Что? У него двойной радиус. Чем у него замедлялка? И он может стрелять двумя пушками. По сторонам. Он стреляет пушкой из руки. Паша, он стреляет по разным сторонам. Что это за имба? Что это за имба? Ну, обалдеть, это мега имба. Я не знаю, у него, по-моему, 7 прокачек, это макс. Не, 8. Мутант Туэлет версион 2. То есть, вторая версия, 140 тысяч урона. Да, Мутант Туэлет 2.0. Это как? Ну, просто то, что он 2.0. 140 тысяч, конечно, так себе. 140 тысяч на 20-й пойдет у тебя. Я хочу скорее вкачать титан камеру. А мне надо скорее вкачать туда хвоста. Если хочешь, то чуть-чуть дойти. Есть! Обалдеть, у титан камеру! Ой, а этот мутант целый 2-0 быстрый. Ну не быстрый, он уже здесь у меня. А парочку вон буквально пошел. И медика на всех себе поставлю. У меня медика нету. У меня хотя бы медик. Блин, ну как бы упали, есть эсплики упали. Кстати, да, что их я не взял. А чтобы не разряжались, я забыл. Слушай, я не знаю, мне просто ударить чи не надо. Блин, апгрейдить на камеру, я вспомнил, что. По-моему, у него просто не АОЕ урон. Поэтому, по-моему. Он такой имба. А у Фроста АОЕ, но у него 7500 всего. Я убил 90%. Ну, заметил, у него тебе 1000 урона, мать. У Фроста? Ну. Не 1000. Пусть, смотри. Вот. Паш, 1000, но оно-то за несколько секунд. За 0,2, Паш. Давай скорее. А мы мега быстро убиваем этого мутанта. Мутант, пока-пока. Мне немножечко страшно даже сам на один момент. У него будет минус 5 урона радиуса и плюс 1000 хп. Я коплю на прокачку камеры апгрейда. Интересно, на 25-й волне пойдет какой-то босс? Не, не пошел. За 10 тысяч плюс 1810 радиус. У него еще... да, его АУЕшка. Его... Да, это АУЕшка? Да, у него АУЕшка. АУЕшка! Я в шоке. Ты посмотри пока на это. Он уже практически на всю карту своим радиусом. Я давай на мех много ставлю, знаешь? Еще очень много всего такого. Я хочу 10к накопить. Нет. Это, походу, его будет предпоследняя прокачка за 10к, я помню, по-моему. Какой-то ютубер, по-моему, был. Я видел Толяна, который там. Очень мало. Слушай, мне немножко страшно скипать пока что. Ну что очень там? Очень маленький кос может дойти до 40-го выгна. Типа единицы. Ну, 200 тысяч всего лишь. Я надеюсь, не буду. Что у меня уже почти 20. Фух. Еле-еле. У нас тут проблема. Фух, так. Ой. Я хочу...
кажется, его сделали сильнее. Синистрый титан твой. Пока что мегабоссы не идут, но это Рио мега сложно. Это Рио сложно. Мне сейчас сложно. Прям ой-ой-ой. Прям. А, у Фроста. А, там же как было радиус 50, так и 100. Давай, этот еще воюшкой. 4000. Давай, и этот еще немножечко воюшкой. Фух, мне пока немножечко страшно скипать. Я лучше без скипа. Спасибо, я без скипа лучше немножечко. Блин, а если... не знаю. Или может со скипом лучше. Интересно, кого в следующем вкачивать? Титан камеры или... Синистрый титан ТВ? Вот я думаю это еще. Я пока скипать не буду. Мне страшно. Мне страшно. Я просто... Если... Понимаешь... Ну, короче, мне не важно, объяснять не буду. Я надеюсь, меня все понимают. Когда мега скоро могут за тебя забрать. Тут еще синистый титан ТВ замедляет, и титан камера еще своим, еще одним радиусом что-то еще делает. Может замедляет, может какой-то огромный урон, я не знаю, с чего-то, какого-то орудия. Ну, вы посмотрите, какой это красавец. Это просто супер имба. Он, как по мне, так... Кстати, как по мне, он будет стоить дороже... Он минимум, как по мне, 5 мифов. Потому что он 50 тысяч урона, у него еще АОЕ, у него еще какой-то радиус. Это, походу, замедлялка. Кого? Спайдер ТВ. Мне Спайдер ТВ, а я им его? Я Спайдер ТВ, тебе. Наверное. Не знаю. Я хочу титан камеру вкачать. Или не синий титан ТВ вкачал. Давайте убейте, чтобы у меня денежки были. У меня все убиратка идет на 23-го. У меня 29-я волна. А ты убил того босса? На изи. Нормас. Его босса... Подожди. Так, 1000. У меня 4000 получается за раунд дается. Это же меха как будто у бутсы. Они одного босса так быстро зафигачили. Покажем. За 100к. Вот там есть два. Они все спят. Хотя бы один спит. 1200 за ноль. Не, я его никак не вкачу. Почему-то два метра. Ну, мне страшно немножечко. Упс. Что за упс? У меня тут два босса, а их очень сильно. 30-я волна. У нас спасибо. 78 тысяч. Ой. Что? На 30-й волне перс за 500 000. Flying Dual Буз Сав. Фух, опасненький такой. Знаешь его минус? А. Он супер быстрый. Стоп, он спай. Да, он супер быстрый. Не прям супер быстрый, но быстрый мега. И 500 000. Вкладывать? Ну да. Надеюсь, зафигарим. Потому что если ты... Давай, немножечко. Давай, немножечко денежек, и будет тенкам еще с прокачечкой, еще с одной. Просто если ты его зафигаришь, то у меня уже есть. Посмотрите, что я пойду на сам. Небольшой. Да, 500 за 0,2. Это получается 25 тысяч урона сейчас минимум. Ну, 4200 урона. Все, я сейчас же буду прокачивать тенкамерами за 15 тысяч. У нее. Всего? Это будет... Так, это мега будет урон. Это мега имба. Буду... У него... Стоп. Хочешь прикол? Чел, у него раз радиус, два радиус, три радиус, четыре радиуса. Не за тебя. У него мега много радиусов. У него радиус АОЕ, радиус походу замедлялки, походу, я не знаю, максимум. Еще какой-то радиус. И радиус там, где он просто обычно не стреляет. У меня там да. По 700 тысяч два... Туалета вон тех больших, на которых я говорил, то что это... Какой? Вон те. Тебе очень скоро до 40-й. Да, 8 волн. Дойти до 40-й, интересно, или пройти 40-й? Ну, подождите. Только что не знаете. Может, ты дойдешь и дальше? Но ты не будешь сливать, когда будет 40-я. Тут мехи, в принципе, все. Ну, я не знаю, то, что здесь этого скипа нет, это баг или это, типа, прикол? Ну, мне кажется, я не так и должно, мне кажется, быть. Типа, знаешь, люди такие поставили автоскип. Быстрее, да...
Ну, как фактор, чтобы они, чтобы если у них было Макс Винтов поставлено, чтобы они не просто ушли куда-то домой, там, чтобы они пошли на улицу, а телефон ставили дома, чтобы он тебе фармил денежек. А нет, чтобы все было честно, и они должны были нажимать скип каждый волну, чтобы это было быстрее. Так, последнюю прокачку Титана прямо надо, и будет мега-имба. Будет мега-имба. Вот я сейчас скипну. Я сейчас скипну, какой бы босс не пошел. 100%. У меня тут три мега. Надо у них уже два мега. Ну, Титан Камермен новый, это мега-имба. Я понял, у него радиус. У него радиус АУЕ. У него обычный радиус рукой. Он не восприимчив к ударам. Он не восприимчив. Как? Дайте, Игорь, скажи. Он не восприимчив. Он не восприимчив к станам. Все, он на максе. Он не восприимчив к станам. У него. У него радиус. У него есть радиус для молотка. У него раз, два, три, четыре. И огромный радиус АУЕ. Короче, у него еще АУЕ, походу, зомбялка 100%. Да, очень скоро. Посмотри. Да, а там мега сильный. У Титана Камермена 60 радиус и 9800 зомби. Он просто супер имба. Вот с верхней я вроде бы закончил. Их стоят много, но я их обеться буду уже ставить. А вот фосты... Лучше не среди там ЗВ качай. Вот именно мехи, они мне убьют. Ой, мне страшно немножко. Почему? А, Титан Камермен просто что-то делал не то. Вот, он молотком бьет по гури хп. По гури хп, когда молоток. О, среди бахалки подлетели опасные юниты. Ну, их там зафигачат мои. Костики на изи. Вы реально фикси фостов. Просто Титан Камермен, лень. Минус просто огромное количество урона с его молотка. Вот это, походу, минус урона. Очень скоро. Сороковая. Сороковая. Но тебе она нужна, чтобы получить. Интересно, чехлы что-то делают? Да вряд ли. Ну что, две уже подъедки ничего не делают. Это вкусно как-то. Ой-ой-ой-ой. А мне страшно. А типа что с этим делать? Одну хотя бы убейте. Чего? Точнее, бог мне дает. А я не понял. А типа в чем проблема? Может, не надо было ставить снизу ТВ, надо было ставить больше камермена? Да нет, потому что я тогда, может, проиграл, за то, что АУЕ не было. Слишком горы. Вот сефа надо взять. АУЕ, в принципе. И пухта. Потише. Правда, не АУЕ. Жалко. Что? И вы уже очень много людей получили. Сколько? Его больше... Его... Упс. 80% получило людей. Упс. У меня пошел он. А, стоп, вы получили только 2000 первые. Стоп. Вопрос. Вот я сейчас покажу немножечко волн. И мне интересно, это считается, типа, то, что ты прошел 20 волн в одной партии, 20 во второй. И, типа, потом это считается, то, что ты, типа, прошел волны. У меня очень... Типа, у тебя считается это за 40. Очень вот автоскип появился. Это первое. Вот автоскип появился. И он как-то стоит слишком близко, кстати. Вот нет. Как-то странно. И у тебя его нету, прикол. Нет. Ты проиграешь. Ну, потому что я проиграл, а ты в этой партии 100 баксов проиграешь. Если я веду, считается 10 волн, и тебе на прыгает, то спасибо. И прикол, я очень мало скипов. А может тебе надо брать сэфов? А, я не знаю. Ну, интересно, типа, можно пройти до 20-й волны и до 20-й волны? Мне надо мимохода юнита синее, хотя бы мифа. Или надо ровно до 40-й волны дойти. Вот надо это прочитать. Надо пройти до 40-й волны или пройти 40 волн. Собака немножечко не так просто поставила, но не важно. Или так, типа, пошел 30 волн, 10 походит на крылья. Не так. Типа, я хочу еще... Я пришел 34 волны. Топ игроков. А да, он же есть. Там должно быть. А вряд ли, потому что если челы вышли какие-то и заработали, это если, ну, их не рекорд записался на доску, то значит то, что они это самое. Не рекорд же 30. Близ камера. Я думаю, его ставить. Может, надо было фост на макс, чтобы он там. Ну, понимаешь, если ты не прошел 30-ю волну, то у тебя рекорд не 30. Мне кажется, там до 100 дают 250 гемов. Вроде бы так я. Где это топ? Надо будет искать этот топ. Ну, пойди поищи. Потому что я не знаю, где он. Ну, там, вроде что, он выше сил. Может, это не нормально.
Ай, немножко не вспомнил. Я поставлю еще одного фроста, не знаю, зачем. Раз фрост, два фроста. Я на всякий несколько фростов поставлю. Вот где окрывание монет. А, да нет. Там, там глич камерамен. То есть, получается, нельзя еще было выбить этого. А куда тебе надо? А как окрывать? Просто у тебя же денег нет. 250 нет. А что? Из-за по взаимодействию как-то. Он там челлендж стоит. По взаимодействию, я не знаю, как будет. Ну, пока что не будет взаимодействовать. Я надеюсь, что типа надо дойти, пройти 40 волн, просто типа по несколько. Потому что да, мне это сложно будет. Это не топ? Нет, это топ и нет. Нет, и топ. Да, это топ финс. Но стоп, это другой, это другой, ищи другой. Ищи другой, надо другой. Это что? Трейдинг Плаза и что? Это Трейдинг Плаза, ты... Господи, ой, ничего не видела никогда, блин, новый Трейдинг Плаза. Да. Господи, еще за... А ты видел? Чего, я видел во всех роликах. Нет. Я долго очень... А кто у тебя дела? Я сейф взял. Я оставлю пока только. Может, надо больше мех вставить? Я мехов не беру. Нет, мне. А тебе? Я. Просто мы с ней. Я про тебя вообще не знаю. Мы с ней ему все хп, ну а то последу гейски беде и добей нас. Может, там что-то много есть-то? Там сто людей блин подбирается. Чего? Ой, я в трейдинг плазе могу? Вау, старый кошелек. Вау, что там канал? Это кто канал, да? Вау, кошелек. Торчок, я хочу в торчок попасть. О, не, я не попасть, непонятно. О, дерево, нет. Блин, какой следующий будет обновление с тем? Их убили, есть, их убили. Котечка. Я нахуй пойти. Я пока не пройти, я пока не за кого продефать. Okay. Просто интересно, это надо 40 волн по каким темп-параметрам? Надо. Ну, так это этот главный босс. Это долго, чел. У меня мехи намного быстрее. Тут как будто его нету. Вот давай ты покажешь. Тут какие-то штуки. Паш, ищи. Понятно. А, это то забирать. Ну, все, короче. Залезь, все, 100%, наверное, уже пошел. Теряю, стал ее цеплять. И там что-то, какая-то капсула. Ну ладно, подписчики. Это в трейдинг позу. А, стоп, это АФК фарм. Да, это АФК фарм. Вот это не позу. Слава Богу. Я забыл. Перепутал. А где? Его будто нету. Там-то есть. Вот, стоп. Нет? Нет, это не. То есть, то есть я хожу выше. И типа тут спускаюсь. А, прикольно. Где? Куда нету. Ну ладно, подписчики. Если что, я, наверное, напишу в видео, надо пройти 40, типа 20-20, и типа засчитается или ровно до 40. Я это напишу, наверное, в ответе. Ну, тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А это тоже связано с газом?